Это было самое ужасное 8 марта в моей жизни. У меня огромные проблемы. Я пьяная разбила машину своего парня. Я встречалась с бывшим. У меня 17 пропущенных от мамы. Соберись, красотка. Сегодня твой день, и ты никому ничего не должна. Ой, чё ж я в банке за ипотеку так не отчитываюсь? Надену шапку, так меньше спалюсь. Интересно, я одна в шапке выгляжу, как кот из Шрека, которого разыскивают «Жди меня». Не, фигня какая-то. Ну все, встала, зафиксировала свои багеты. Волосы назад, грудь вперед. Ой, а где она? Ох, думала, потеряла, она просто не выросла. Звоню. У меня только один вопрос. Где ты была? Ну и скучный ты, любимый. Весь мир другой вопрос мучает. Где Леха? Каждый год мы с подружками катимся вниз по социальной лестнице от бутылки мартини. Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. И вообще, чё он мне мозг выносит? Наверняка мстит за 23 февраля. Дорогая, иди ко мне, я весь горю. Милый, а давай не сегодня? У меня что-то голова болит. Сейчас как никогда хочется стать супергероем и включить суперспособность отключить звук. Но из суперспособностей у меня только одна – сидеть на диване, закутавшись в одеяло. Я сегодня все убрал. И, между прочим, даже ужин приготовил. Охренеть, ты святой. Тогда мне за 23 февраля вообще памятник поставить надо за то, что я с тобой в доту играла и «Каспийский груз» слушала. Ты хоть думала о том, что я переживал? Я думала о том, идти с распущенными волосами или все-таки заплести волосы резинкой, которую весь день на руке таскала. Короче, либо сейчас твой рот закрывается, как МДК на территории Российской Федерации, либо я за себя не ручаюсь. Хотя можешь не отвечать. Я видел в Инстаграме твои 15 секунд пьяного позора около 6. Ах, так значит? Получай ответочку. Скажи спасибо, что твои 15 секунд позора я в Инстаграм не выкладывала. Чё, неловко? Да я, понимаешь? Да больше твоего нытья меня раздражает только звук санок по асфальту. Стринги твои мерил. Нифига, я вовремя включилась, как веб-камера во время вирта. И чё, кстати, с моим подарком? Или мне его надо ждать, как Ди Каприо Оскар? Знай, цветами и набором суш ты сегодня не отделаешься. Ладно, на суши я согласна, только много. И Филадельфия. И ореховый соус. Главное, никаких романтиков, как в том году. Большую вина. Пожалуйста. И маленькую. И Рафаэлла. Алкоголь начинал покидать мое тельце, а без него я грустная и ванильная. Вот разбогатею и придумаю такую приспособу, чтобы во мне всегда было 300 грамм красного полусладкого. Тогда я всегда буду такая, какая надо. Тик-тик-тик-тик! Может, хватит пить? Главное себя правильно поставить перед мужчиной и грамотно распоряжаться рычагами давления. Малыш, или я сейчас пью, или ты на полгода забываешь про секс. Белое или красное? Я догоняюсь, но неожиданно позвонили в дверь. Может, откроешь? На календарь посмотри. Fatality. Наверняка это мои долгожданные цветы. А нет, это 18-й, пропущенный от мамы. Где моя дочь? Ах ты дрянь! О! Еще и бухаешь? Живете, как бомжи. Вы жениться вообще собираетесь, а? Значит так. Завтра же я переезжаю к вам и вплотную возьмусь за ваши отношения. Вот это поворот. Нет, вот это бинго. Это было самое ужасное 8 марта в моей жизни. И херню там всякую. Про меня не думай. Садковый золотишко превращается в подорогая любимой. Ювелирной мастерской «Золотой мастер». Oh,